25-летний Нурсултан Джиргалбекулу по профессии юрист. Работать милиционером – его давняя мечта. Поэтому сегодня, услышав новость о приеме в новую службу патрульной милиции, решил попробовать свои силы. До сих пор он никогда не работал в органах внутренних дел. Теперь же шанс оказаться в экипажах патрульной милиции появился и для обычных граждан. В детстве я мечтал поступить в органы внутренних дел Кыргызской Республики. Хотел защищать целостность нашего государства, оберегать интересы граждан, обеспечивает охрану нашего общества. Ну, в детстве у меня мечта появилась, что нужно работать не только в милиции, но и в государственных органах, которые помогают, служат нашему народу. На сегодняшний день к нам обратились около 800 человек. Из них зарегистрировано 300, 210 из них сотрудников органов внутренних дел, 90 граждан Кыргызской Республики. К нам может поступить граждане 19-летнего возраста до 35 лет, образование от среднего до высшего образования. Военный билет должно быть проходить альтернативную службу или службу в армии. Альтернативную службу по семейным обстоятельствам только. Водительское удостоверение категория «Б». По словам дорожных инспекторов, новая патрульная милиция в корне отличается от службы, которая была до этого и просуществовала лишь год. В то время еще не работал проект «Безопасный город». Кроме того, недостаточной была материально-техническая база. Экипаж патрульной милиции раньше состоял из трех сотрудников, один из которых отвечал за безопасность дорожного движения, остальные двое – за безопасность общественную. Сейчас один экипаж состоит из двух сотрудников и оба отвечают за общую безопасность на веренном им участке. Существенные отличия, если коротко, заключаются в следующем. Первое, не было выделено должного финансирования. Это первое. Второе, не было проведено действительно вот такого открытого конкурсного отбора. Третье, не было проведено обучение тем новым функциональным обязанностям, которые есть у милиции. То есть вот эти три важных существенных этапа не были, к сожалению, по различным причинам осуществлены. То есть намерения были действительно хорошие, но практическое исполнение вот тех мер, оно, к сожалению, вызывает большие вопросы. Для новых сотрудников патрульной службы милиции в два раза практически повышается заработная плата в рамках пилотного проекта. Существенно улучшается материально-техническое обеспечение, потому что без этого требовать от милиции эффективной службы было бы некорректно. Поэтому мы уделяем этому большое значение, я имею в виду рабочую группу. Но при этом требования по антикоррупционным вещам существенно тоже увеличиваются. Отбор сотрудников в новую службу пройдет в несколько этапов и закончится 6 июня. После тестов на грамотность претенденты сдадут нормативы по физической подготовке, а также медосмотр. Отобраны таким образом более 800 сотрудников будут зачислены на трехмесячное обучение в Академию МВД. Уже с сентября более 600 сотрудников новой патрульной службы будут обеспечивать безопасность города Бишкек. Бот ИСФ Александр Симонов, НТС.